Казахстан рассмотрит венгерский опыт в управлении водными ресурсами. В рамках заседания Казахстанско-Венгерского стратегического совета в Будапеште наши делегации представили передовые технологии в этой отрасли. Венгрия, как и Казахстан, является удаленной от внешних морей страной, но с менее засушливым климатом. 95% воды сюда поступает из-за пределов государства. Несмотря на достаточность ресурсов, венгры активно внедряют технологии, позволяющие свести к минимуму расход воды. Казахстанских представителей заинтересовал местный опыт оперативного оповещения о засухе. На основе данных влажности земли, воздуха и прогноза погоды выводится так называемый индекс засухи, который в открытом доступе через мобильное приложение может увидеть любой желающий. Фермерам эта информация помогает сократить ущерб от недостатка влаги. Венгерские специалисты предложили казахстанским коллегам рассмотреть технологию удержания воды в почве, обессоливания, очистки сточных вод, но также автоматизации и цифровизации систем управления сетями водоснабжения и водоотведения. С учетом специфики нашей страны будут отобраны наиболее перспективные проекты. Они пользуются всеми европейскими стандартами. Это не только стандарты или величины какие-то, тех или иные параметры, это сама система управления. Используя эту систему, они используют технологии более дешевые, чем другие европейские страны, и тем они и привлекательнее. Я думаю, что перспективы сотрудничества Казахстана и Венгрии для нас, для казахстанцев, перспективы есть. Просто нужно находить такие области, наиболее приемлемые и необходимые. Весь мир хочет сотрудничать с нами, весь мир предлагает свои технологии. Но мы должны выбирать те, которые доступны и могли быть использованы у нас в Казахстане. Мы одна из старейших компаний в Венгрии. И в области водоснабжения и водоотведения входим в 15 лучших компаний мира. Поэтому наш опыт, начиная от менеджмента, управления, организации работ в водоканалах Казахстана, продолжая с проектами, возведениями объектов и управлением объектов на всех секторах, могли бы участвовать совместно, конечно, венгерскими специалистами, не только специалистами нашей компании, а вообще всеми венгерскими специалистами, которые работают в этой области.